утро! Сегодня день энергетика. Заливайся кофе и будь бодр. Мамика второй. Сегодня Карагун, день зимнего солнцестояния. В 1857 году в Царской Руси вышла такая себе почтовая первая марка. А еще сегодня день работников дипломатической службы. В 1978 Чикатило совершил свое первое убийство. А в 2007 выводится на орбиту первый в истории африканский спутник. Родились Пучини, Успенский и Ванесса Паради. Шутка дня! Просто расписывая ручку, можно поделать подпись с фамилией Ишишин. Факт дня! Мухи жужжат на тональности фа-мажор. Начните уже наконец делать дипломы, не пейте энергетиков и посмотрите фильм «Солнцестояние». Хорошего дня! В киевской, а нет, российской. Это вырежь потом.